все знакомы, но еще раз представлю, Михаил Марков, собственно, ведущий сегодня. Спасибо. Решил нам сегодня показать, поделиться, да, своим опытом, да, поделиться, так сказать, басовыми всякими штучками такими прикольными. Вот, Стас Карпенко, легендарный мариупольский гитарист. Ну, он скромный, да, я его знаю давно уже. Я еще Куздечика играл, а он уже Маунстена заливал. Ну, я очень горжусь вообще, что знаю. Собственно, и Игорь Мережан, он там прячется всегда за своими вот этими кусочками. Да, за барабаном. Ну, вы сегодня услышите, собственно, как и что он может. Ой, ну, я думаю, ой. Слово предоставляю музыкантам и, собственно, музыке. Они нам немножко сейчас... Теперь я хочу поприветствовать всех. Спасибо, кого-то знаю, кого-то еще пока нет. Меня зовут Миша. Написано в интернете, что сегодня мастер-класс на счете бас-гитары по поводу... Ну, это не совсем так. Можно сказать, даже просто общение, обмен опытом, что-то вроде этого. То есть не конкретно мастер-класс. Но если есть какие-то вопросы, они возникают во время игры, можете смело задавать, на любые отвечу. Так что сейчас мы что-нибудь сыграем. Какой-нибудь джем экспериментальный. Начинай, Миша, заводи. Наработано годами, опытом, только то может воспроизвести вживую. То есть, чтобы, допустим, стиль, который мы представляем, больше музыка, так сказать, которая рождается сразу. Не только выученная, а вот, то есть джем, то, что как бы эмоции внутри человека находятся, то, что у каждого такое настроение в этот момент, тот и может передать. То есть, то ли это грусть, то ли это радость, то ли это восхищение. Все через инструмент. Поэтому очень важно следить за настроением, за эмоциями, не только за самой игрой, физические все аспекты, а именно за настроением. Это очень важный момент. На любом, в принципе, инструменте это эмоции. Мы все знают, что бывают две ноты, которые производят впечатление, а бывает куча, которых равнодушны. Все знают. Это самое основное. Сейчас мы что-нибудь еще для вас сыграем. Это будет Blast. Кто знает такого басиста Маркус Миллер? Знакомый? Знакомый. Это слышал. Немножко, да. Это который с Пугачёва играет? Именно, да. Именно с Пугачёва. Вот мы сейчас сыграем. Thank you.
Да, на шару, может так называется. Сейчас мы сыграем, допустим,
Т-16 не поиграешь, но не такое. То есть то, что играется, допустим, с ходу, но хорошо звучит за счет грува и энергии. Thank you.